маленькую. Давай, тебя. Ну-ка. Сиди, сиди. Раз. Сиди. Молодец, хорошо. Матвей, бери. Итак, все сели. Иначе... Что это за акция? Халтура! Ну-ка, сели все. Ты что, сбила, Серафима? Ты что, в гимнастике играешь? Серафима, ты отвлелась. Так, садись. Девочки, мальчики! Посмотрите, внимательно на мои ручки. Что мне на ручку? Я сейчас тоже так... Это не белые лапки, нет. Перчатки! Это перчатки, правильно. А зачем, как вы думаете, я одела перчатки? Он такой у нас, да. Карина, он боится. Обещаю. Вот, бей кого-нибудь, хочет. Карин, ты где? Карин, сейчас. Где берется? Давайте начинаем. Я начну, когда меня все начнут. Дорогие дети, внимательно слушаем. Есть эксперименты, которые очень рыбучие.
Ребят, только попробуйте. Эти дети внимательны, эти вот слова. Дети внимательны. Можно прям? Опа! Нет больше. Нету больше ни Саши, ни Вася, Коли, Маши. И главное стул. Да, самый главный стул. Потеря стула. Итак, ребят, мы все сидим на своих следах. Мы будем вас всех вызывать, но будем это делать по очереди. Договорились? Да. Всем понятно? Да. Ребята, все поучаствуют в экспериментах, но надо всем сидеть на своих местах. Дорогие родители, мы сидим. Я подстраховался, что я тут позвала? Итак, это мы тут, тишина, подхватим. Пусть отдохну. Горючие! Ох, какое горючее летучее! Что? Карма! Валерьян! Итак, ребят, что такое ракета? Ракета! Молодец, девочки, держи шарик, садись на место. Итак, дети, сели. Нельзя вставать, не косили. Так, куда сели? Сейчас шарик. Туалет, давай. Итак, Матвей! Самый послушный выпускник! Это ты, крошка, иди ко мне! Нет, Иди ко мне! Ты самая послушная! Иди ко мне! Хорошо, третье. Ой, мне нужно это топливо, оно нам не нужно. Мы сливаем это топливо. А сейчас мы будем нашу ракету запускать в космос. Ну как в космос? Вон он космос наш. Туда запустим? Всем космос. Да. Да, отлично. Мы всем ракету отпускаем в ту сторону. А теперь сиди, бери в ручки. Что мы опасно стоим? У нас, смотри, есть кнопочка. Видишь? Попробуй нажать. Нажимай. Огонь! Мы сейчас с тобой, смотри, нажмем, поднесем и ручку уберем. Ты делаешь это со мной. Договорились? Итак, ребята, ваша задача сейчас дожидать до трех. Правильно? Да! Обратный отсчет! И давайте обратный отсчет. И... Полетела! Полетела! Полетела!
всегда. Те, кто на сзади сидят, вы можете сесть вот туда, вот, потому что сзади плохо все. Адрес, у меня есть вот такая ваза, я сейчас всем покажу. Обычная ваза, можно подумать. Ой, это мне ранки замазывать. Да, но только это... Оторванный хвост. Необычная, это ваза волшебная. Она умеет испаряться, она умеет исчезать. Но исчезать она умеет только при помощи огня. Нам понадобится сейчас огонь. Вата, дети, это вата? Это вата такая? Вата? А что такое вата? Нет, я срываю. Какая же это вата? Что ватой делаешь, ребят? Артичок. Итак, я горшку даю совсем чуть-чуть ватки. Видите, совсем чуть-чуть. Держи крепко. Ладно, не давай. Итак, сейчас ваша задача будет всем загадать заветные желания. Все загадали заветные желания. Дочка, замерим. Замерим, все загадали. Загадали. Если сейчас наша ватка исчезнет, значит ваше желание обязательно сбудется. Она отправится туда. В космос. Да. В космос. Где желание? Один, все считаем. Раз, два, три. Ты что, не знаешь, что ли? Где вата? Это вы такие желания загадали? Ничего себе, взрыв опасный. А еще что-нибудь загадать? Да! Тогда все сели скорей. Софи, бери стул, садись напротив нас. А теперь вот столько, чтобы все желания. Не, чтоб стул исчез, можете? Сейчас попробую. Чтоб садик остался на месте. Да, Пупа, нас нужно. Все готовы? Закрыли глазки, загадываем желание. Садимся. Загадываем желание. Кричим мы правда в космос. Кричим свои желания. Ничего, совершенно. Ну,
мокрые. Арбизы? Да. Ух ты. Ну, можно потрогать. Шарик, а вы говорили, там ничего нет. Арбиз. Что, вы даже не увидели, что ли? Боже, подходи! Вы устали? Боже, подходи! Ты встань, не бойся!
6. А что это 6? Чем я могу быть этим? А у нас самый настоящий. Знаете что? Самый настоящий. Ты спать? Да. Да, может, да. Снег. Да. Снежок. Это не снег. Снежок. Смотрите. Отлично. Отлично. А ты кричи громче, Серафим. Ну-ка, селись и кто здесь был? Серафим. Один помощник. Так, ребята, сейчас надо всем сидеть на столе. Итак, ребята, сейчас будет очень опасный фокус. Поэтому всем необходимо сидеть на местах. Договорились? Потому что если вы будете бегать туда, мальчики, если вы будете бегать туда, то вас заберет жир. Поэтому сидим и не встаем. Договорились? Да. Я за вас боюсь, а вы за себя.